Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі ТРК Балінформкомпанія Актуальний співбесідник. Ми продовжуємо зустрічі з цікавими людьми. І сьогодні гостем нашої студії є доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського Бурінштейн Євген Руславович. Доброго дня, Євген Рославович. Раді бачити вас в нашому місці, в нашій студії. Скажіть, будь ласка, з якою метою ви в нашому місці? Що цікавого вам у нас? Спасибо большое. Значит, ну, как в Одессе говорят, что нужно сразу убить несколько зайцев. Да у меня две цели. Первая цель – это мне хотелось познакомить э, представителей вашего го города с специальностями педагогического университета и специальностями нашей кафедры, поскольку мы выпускающая кафедра по трем специальностям, это кафедра философии, социологии, менеджмента, социокультурной деятельности. И мы являемся выпускающей по трем специальностям. Это философия, культурология и менеджмент социокультурной деятельности. У нас на кафедре работают 8 докторов наук. У нас на кафедре работает народный депутат Украины, доктор политических наук Антон Иванович Кисе. У нас на кафедре читают дополнительные лекции два профессора Израильского университета. то Мне хотелось познакомить э, представителей Балты с этим вариантом. Я как раз встречался с э, директором вашего педагогического колледжа Сергеем Ивановичем. Он произвел прекрасное впечатление. А вторая цель — это то, что я приехал посмотреть усилия Павла Ефимовича Козленко по поводу строительства синагоги. Потому что я, когда об этом узнал, у меня было такое большое любопытство. посмотреть, как вот с нуля возводится здание, которое здесь исторически было уже основанием. Поэтому я с удовольствием совместил эти две вещи в одной. Відвідували наш Балський педагогічний коледж. Мабуть, пройшлися по аудиторіям, подивилися, яке враження у вас, крім Посмотрите, того, що ви поспілкувалися з директором. У мене прекрасне враження від города, тому, що він чистий, він доглянутий. А, то есть и как бы люди не ходят не такие грустные как иногда смотришь по новостям в Украине поэтому как бы у меня и такое впечатление хорошее и воздух свежий а, то что касается колледжа вот я как снаружи был и посмотрел насколько а, качественно сделано все вот, то есть это только когда есть коллектив работает с душой да, и то есть я увидел что есть прекрасные прекрасный колледж, есть прекрасный хозяин, есть э, студенты. Да. меня поразило, что они ходят на пары. Я позавидовал, потому что когда студенты обучаются в нормальной форме, а не в тех онлайн-вариантах, которые есть, это приводит к качественному образованию. А педагоги – это то, что нам сегодня нужно прежде всего. Видите, вот yeah. онлайн-обучение полностью. Да, и несмотря на то, что, допустим, в педагогическом университете практически все преподаватели вакцинированы, но студенты это не вакцинированы частью, да, и поэтому мы страдаем в этой форме. Потому что, ну, как может, допустим, давайте скажем так, врач три э, года, сколько это длится, коронавирус, учиться в онлайн-режиме? Да, я бы к такому врачу попасть не хотел. Скажите, пожалуйста а кто может стать студентом что для этого нужно какие иметь качества студентам именно вашего факультета Значит, университета и неушен ну, так. нас как бы если человек заканчивает школу то ему нужно сдавать три предмета по ЗН первое это украинский язык и литература и Второй, в зависимости от того, что он выберет, допустим, у нас это или иностранный язык, или история Украины. А третий на выбор. Но он может также, вот у вас есть педагогический колледж, у вас еще есть проф профтехучилище, насколько я знаю. То могут дети, которые заканчивают, поступать к нам на второй курс, сдав ЗНО по двум предметам. Это украинский язык и литература, а второй на выбор. Да? И плюс к тому, что ну, вот это все... Но мы предоставляем тем, кто у нас обучается, возможность выбора дополнительных программ, потому что у нас на кафедре абсолютно бесплатно открыта школа гидов, открыта школа логистики. Мы даем дополнительные дипломы с печатью нашего вуза, то есть люди могут получать дополнительные варианты образования, что есть не в каждом вузе. А что является основным вариантом образования на вашем факультете? Мне кажется, что самое главное – это желание получить профессию, которая поможет человеку раскрыть все его таланты. У нас на кафедре здесь такая программа, мы ее развиваем в содружестве с Академией педагогических наук развиток творческой особистости». И вот по этой программе мы стараемся работать, мы сотрудничаем с различными музеями Одессы, сотрудничаем с Одесским зоопарком, сотрудничаем с Одесской государственной администрацией. То есть у нас есть даже такая форма практик на наших специальностях. Если как бы, мы видим, что студенты готовы к этому, то люди идут на практику после второго курса и после третьего практику по бизнес-структурам. И они за месяц, месяц длится практика, они идут в разные бизнес-структуры, на них смотрят, каждую неделю следующее, на них смотрят и потом, допустим, если они производят впечатление, пожалуйста. То есть они могут, могут им предложить рабочие места. Но ну, нет, так нет, как говорится. Но ну, такая программа у нас есть. То, что сейчас модным словом называется ⁇ стейкхолдеры ⁇ У нас есть различное количество стейкхолдеров. То есть те, кто предоставляет реальные рабочие места. Студентам в наше время это особенно, мне кажется, актуально. Да, это очень актуально. И у вас очень широкий спектр эм, выбора специальностей. И это очень важно, что студенты могут пройти практику, уже иметь навыки и больше понимать, чего они хотят по окончании вуза. На нашей кафедре есть и магистратура, и аспирантура, и совет, в том числе и по докторским диссертациям, но есть и другие советы. И у нас сейчас значительно идет вариант открытия как бы, новых специальностей. Поэтому мы можем предложить, наверное, один из самых широких спектров выбора специальностей и интересов, то, что касается студентов, когда и абитуриентов, то, что им как бы интересно. По практически большую часть их интересов в той или иной, в тех или иных отраслях мы закрываем. И, мало того, как бы мы активно участвуем вот в проблеме трудоустройства. Для будущих студентов вуза я думаю, это будет интересно, есть ли у вас стипендия, что нужно для того, чтобы ее получать, и могут ли иногородние быть обеспечены жильем. Значит, у нас есть бюджетные места. Не скажу, что на все специальности, это все зависит от Министерства образования. То есть на ряд специальностей они выделяются, на ряд специальностей нет. Бюджетные места, они не обязательно обеспечиваются стипендией, то есть там стипендию получают по постановлению Министерства образования и науки Украины 45% лучших студентов. И у нас есть общежитие. Общежитие у нас очень неплохое и недорогое. Мало того, что еще важно, оно находится рядом с зданиями нашего вуза. У нас порядка шести зданий, где мы ведем преподавание в зависимости от специальности. То есть там людям не надо тратить деньги на проезд, в принципе, на... а они могут спокойно жить в этом общежитии. Но ну, то, что касается вот бюджетных мест, те места, которые как бы выделяет Министерство образования, это прежде всего среднего свита. Да, а то, что касается других вариантов, вот мы стараемся компенсировать то, что люди платят за контракт, компенсировать вариантами получения дополнительных дипломов. Что тоже важно, тем более что у нас есть сотрудничество наша кафедра сейчас плотно сотрудничает с Анхойским университетом Китае, который где заключен договор о двойных дипломов, они специализируются на менеджменте и мы предоставляем опять же такую возможность дополнительноную. И нерослаж скажителаска, як майбутние абитуриенты, их батьки, могут ознайомиться с вашей кафедрой, с навчанием там, чи могут відвідати вуз? Да, мы можем общаться с ними в том режиме, в котором им удобно. Ну, во-первых, я вам оставляю свой телефон, во-вторых, у нас есть сайты. В-третьих, они могут позвонить по телефонам, которые есть на сайте. Их свяжут со мной, мы назначим им встречу, чтобы они посмотрели наш вуз, посмотрели общежитие. У нас на кафедре, поскольку она достаточно широкопрофильная, есть три сайта. Это официальный сайт, который можно найти на сайте университета. Потом там же есть сайт неофициальный, где мы говорим о дополнительных программах. Он расположен на другой платформе, FISMNQ, так кратко мы его называем. И третий сайт это сделали наши студенты. Он так и называется сайт кафедры философии глазами студентов. Где там показаны? Вот в каких мероприятиях они участвовали, в каких они участвуют? Вот они недавно нам студенты всех наших трех специальностей сдали свои э, такие ролики для ТикТока, где они их опубликовали. Мы попросили посмотреть, вот э, хотели увидеть их знания, что они получили на первом курсе, сколько они набирают голосов и каким образом э, они могут дальше это все продвигать, потому что это как раз та степень возможности заработка, которая есть, и которую мы стараемся им э, показать. Э, также у нас на неофициальном сайте, там было такое задание в прошлом году им дано, и разработать бюджет, как заработать миллион. И они этот э, проект сделали, и они показаны на сайте разных студентов. То есть там можно это показать, но опять же можно встретиться в удобное время, потому что мы в любых формах работаем, мы можем показать наши особенности, как в онлайн-режиме, так и в режиме офлайн-реальной встречи. Цикавый проект ⁇ Як заработать миллион ⁇ Есть достойные проекты? Да, есть очень неплохие проекты, но осталось подождать, пока они закончат вуз и покажут, как они могут что-то из этих проектов воплощать в жизнь. Хотя у нас, я не скажу, что у нас студенты зарабатывают миллион, те, кто закончил, у нас есть ряд достойных выпускников, которые работают в самых разных сферах. Кто-то открыл свой детский садик, кто-то открыл свою спортивную школу, несмотря на то, что как бы мы, у нас специальности немножко другого профиля, но мы их учим, как зарабатывать деньги и как использовать знания в сфере вот этих спе трех специальностях, которые есть на нашей кафедре. То нужно сейчас вот учащимся школы на какие предметы больше уделить внимание для того, чтобы стать студентом вуза? Ну, в любом э, вузе они должны сдать три экзамена по ЗНО. Другое дело, что перечень экзаменов разный. Обычно это идет обязательный, как правило, это все время это украинский язык и литература. Второй экзамен это в зависимости от той специальности, которую они выбирают. У нас на менеджмент социокультурной деятельности это математика, а на культурологию и философию это история Украины. А третий экзамен они выбирают на выбор из всех других. Я бы посоветовал сдавать максимальное количество экзаменов, чтобы они могли получить максимальное количество баллов, и там потом с помощью своих сертификатов они бы могли выбирать те варианты, которые лучше, и претендовать, допустим, может быть, на бюджетные места, если это получается. У нас есть такая особенность, что мы предлагаем еще такую форму, что вот человек идет на контракт. Наши специальности, как правило, на них выделяют мало бюджетных мест. Мы предоставляем возможность оплачивать контракт помесячно. Мне кажется, это хорошая, хорошая возможность, тем более, что в Одессе все-таки можно устроиться дополнительно. И ряд наших студентов, они подрабатывают в разных сферах, то есть они могут сами заработать на такой вариант. Су второго курса у нас на наших специальностях, если студенты, Хотят это получать, это у них есть такая дисциплина вильного выбора студентов. И, и мы предлагаем им не только дисциплины на выбор, но предлагаем программы на выбор. Вот в прошлом году студенты первого курса, которые сейчас студенты второго курса, в конце первого курса, они выбрали философию бизнеса как э, подспециальность, и они получат диплом и по ней. А, они выбрали в рамках... Культурологии выбрали э, Public Relations, то есть они получат диплом и культуролога, и диплом э, специалистов фахивца в области Public Relations. И менеджмент э, социокультурной идеальности они выбрали сферу, э, сферу дополнительную философию грошей, то есть они получат второй диплом. Такую возможность, если студенты наши хотят, опять же на бесплатное мы им предоставляем. Да? Но вот тех, кто поступает, это прежде всего им нужно сдать ЗНО, Минимальный вариант это, конечно, 100 баллов. Вот, но претендовать на бюджет можно, начиная со 120 баллов, 125. Чем больше они зарегистрируются на разные ЗНО, тем как бы больший вариант возможен получение дополнительных преференций. Цикавый факультет, Интересные профессии. Я думаю, что наша беседа сегодня зацікавить багатьох майбутніх абитуриентов. То, что касается синагоги, я, конечно, должен отметить усилия. Павла Ефимовича Козленко и всех тех, с кем он работает, потому что и Винярский, с которым мы имеем долгие отношения, его дочка как раз училась по еврейской программе у нас в университете. И то, что касается вообще деятельности относительно синагоги, сохранению исторической памяти всех народов, которые живут в Украине, а их огромное количество, вот, вот той переписи последней, которая давно уже была, Представители 135 э, национальностей живут в Украине. Кстати, в Одессе из них 133 национальности присутствует. То есть у нас город действительно межнациональный. И то, что делает Павел Ефимович Козленко, это очень важно. Потому что если мы воссоздаем свою историю, а, то мы уже представляем совсем другое культурное объединение. Ну и, конечно, то вот этот вариант меня поразило просто. Да, что с нуля вот такой объем работы сделан. Но, кстати говоря, у нас в университете была похожая история, потому что нам когда-то передали здание э, бывшего артиллерийского училища, потом оно было уже это, в России, Российской империи, потом оно стало э, военным училищем в Одессе, и нам передали это здание, когда его <coughs> закрывали. И оно нам было передано в ужасном состоянии. Благодаря ректору нашему и коллективу мы его восстановили с нуля. И сейчас там проводятся занятия ряда специальностей. Там внутри здания есть церковь. Там есть ряд других очень интересных проектов, которые ведутся. То есть я понимаю, что такое восстанавливать здание с нуля. Но мы все-таки были государственной организацией. А Павел Ефимович вместе с коллективом они на свои деньги все это восстановили. И понятно, что и тут, я так понимаю, общественность Балты большое принимала участие. Поэтому я получил просто огромное удовольствие. Я увидел вот предметы быта, часть которую я как бы знаю, потому что я интересуюсь историей части. Я впервые вообще увидел, увидел известных людей Балты. Мне это тоже было интересно, поскольку. як как бужив'я бы, ну, в україні треба до знати всієї історичські особенності балта наша теж багатонаціональне місто і до 1913 року тисяча року населення балти складало біля 80% єврейське населення тому будівництво синагоги для міста якому багато що зроблено саме цим народом звичайно дуже важливо Ну, это прекрасно когда мы вот храним нашу память у наших предках это очень важно имеет значение вообще для нашего развития я думаю что только те люди будут успешными которые вот имеют такую историческую память дякую вам чего вы пришли до нас спасибо всего доброго